У каждого человека слово «лето» вызывает только положительные эмоции и ассоциации. Многие приятные воспоминания связаны именно с этим временем года. Мы все его ждем и уже приготовили купальные принадлежности, запаслись приправами для шашлыка и собираемся посетить местные пляжи. А пляжи уже ждут нас. Каждый год специалисты профильных предприятий к сезону готовятся заблаговременно. Не всегда, правда, удачно. Прошлый год выявил некоторые нарушения или, правильнее сказать, несоответствующее исполнение, заросшие акватории, нехватка мест для стоянок автомобилей. Не будем углубляться. В этом году камыша и густонаселенных водорослей в Бресте не будет. На данный момент производится покос, уборка, скажем так, водорослей и покос камыша. Мы приобрели устройство, лодку, которая косит водоросли. Также не будет проблем с теневыми навесами, скамейками, биотуалетами и кабинками для переодевания. Съемочная группа БУК ТВ проехалась по пляжам, даже встретила там загорающих образца 2022 года. На наш взгляд, работа проведена большая, устранены многие прошлогодние пробелы. Введена уборка камней, которая в результате, когда культивирование происходило, на поверхности оказались. Восстановили эстетический вид наших теневых навесов, установили биотуалеты, обновили все информационные таблички. Хороший отдых складывается из многих компонентов для нас, отдыхающих. Для специалистов, подготавливающих зоны отдыха, он также непрост. И прежде всего во главе угла стоит безопасность человека. Слоган «Наша безопасность в наших руках» можно трактовать двояко, поэтому на пляжах каждое место для отдыха в обязательном порядке оборудовано наблюдательными постами с дежурными матросами. Медицинская сестра также будет дежурить. Несмотря на все плюсы, всегда есть куда расти. Да, есть определенные еще возможности к совершенствованию. У нас не по всем пляжам еще приняты разрешения на их работу. То есть еще работа проводится по подготовке пляжей. Но я уверен, что эта работа в скором времени будет завершена, и все пляжи будут готовы к приему отдыхающих. В Бресте официально определены 4 места для купания. Правый и левый берег реки Муховец, Грибной канал, Красный двор, а также пляж Восток. Работа по благоустройству каждого из них практически завершена, а значит скоро купальные принадлежности и приправа для шашлыка найдут свое применение. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК ТВ.